Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы на нашей сардельке, и сегодня мы будем пытаться начинать проходить волны. Расскажу я вам вкратце о волнах, что это такое, для чего, что делать без донату, если он не может пройти волны. Ну, ничего, ждать прокачки героев. Так, забрали мы бесплатку. Открываем яйки, идем смотреть. Что там у нас по волнах? Ну и надо будет сегодня новый титул получить. Там у нас, по-моему, после рыцаря идет сэр. Будем сэр Сарделя. Да, сэр один. Сэр Сарделями, вот так вот. Так, гнев, ну такое себе. Лучше пусть будет живо. Так, что тут у нас? Улучшили мы уже героя. Так. Получить героя с 4 звездами. В общем, куча-куча у нас плюшек. О, ничего себе, дали карту. Огонь. Сейчас по-любому какую-то имбу вытащим. Так, самики пока я коплю для нового строителя. Так, ну что, давайте откроем карту. И опача, и Сноу. Да, именно тот герой, который мне нужен был. Шутка, конечно же, но и это хорошо. Так, доп. Место у нас активировалось. На доп. Место мы кинем химку. Так, окей, с этим разобрались. Что тут у нас светится? У нас сегодня найм редкий герой, но нам об этом только мечтать. Так, окей. Что там у нас? Ничего себе, исцеление, воодушевление, огонь, ребят. Ну все, мне не дали, жесть, развели нас, короче. Так, отлично, ну все, новый титул, сэр Сарделя, готов. Что тут у нас дают? Дают карту, еще одну за 600 саму. Так, открылись у нас шахты гоблина. Что это такое? Добавляется у вас каждые сутки новые шахты. Бегают тут такие маленькие пиздюки, с которых можно, скажем так, получить определенные ресурсы. Такс. Вот, отлично, у нас просит волны как раз проходить. Ну, и эти ресурсы можно там спустя некоторое время, как гоблины добудут, добыть. Так, что тут у нас? Тут у нас ничего интересного нет. Сейчас там нам тыковку мы качаем. Я вливаю пока, как видите, все ресурсы свободные. Тыковку в прокачку. Так, окей, отлично сделали. Что у нас по ресурсам? О, жесть. Мега-мега крутые. Так, окей. Пришествие монстров. Рассказываю, что это такое. Есть 5 волн, то есть, как видите, A, B, C, D, и здесь испытание 2, испытание 3, нам надо сначала пройти их все. Все, что вы хотите увидеть, вот здесь написано, 5 волн монстров нападают на ваш замок, то есть на вашу базу, ваши герои должны их отбить, должны не убить здание. В общем, вот такая вот задача. За прохождение каждой волны вам даются награды, то есть дается здесь опыт больше всего. Можно потом, если вы прошли волну, все 5 волн, то вам потом, у вас есть потом возможность пропускать и получать опыт, получать кристаллы героев, значки почета, золото и ману, самые нужные ресурсы. Окей, поехали, волна А, ребят. Сарделя тащит. Как видите, у меня нету расстановки, но пока они вроде слабенькие. Думаю, волну А мы по-любому должны затащить. Я надеюсь на это. Можно и ускорение ставить, так будет намного лучше. Так, окей, отлично. А2 у нас. Ну, Седна, конечно, красавица. Я очень рад, что я получил этого героя. Реально, она мне будет очень помогать. Так, окей, А3.
Ну, а 3, думаю, затащу. Думаю, волну вам мы по-любому покорим. Сегодня это будет наше начало пути сардельки. Так, А4 есть. Ну, и сразу же А5. Там мегабочки, нагибаторы. Отлично. Так, вот, как видите, вы получаете значки почета, золото маны, кристаллы героев, за которых вы можете улучшать потом либо таланты, либо героев, то есть вариаций очень много, покупать эктоплазмы, получаете самый основной опыт. Опыта можно отсюда больше получать, если вы сделаете связку героев, так, кого-то мы там качнули даже. А вот теперь, как видите, я могу делать пропуск. Так, тут у нас... Ой, ничего себе, целых 10 самов дали. Красавчики. Так, нам надо фармануть немножко золота. То как-то все у нас печально. Блин, ничего себе, ворожай. Как я хочу, ребята, ворожай. Это просто жесть. На! Вот так вот тебя без донат шатает. Надо немножко подфармить. Зачем я сейчас фармлю, чтобы открыть и показать вам, каким образом можно пропускать. Так, сейчас там Влад Дракула нас шатанет. Так, получили мы КГшки. Сейчас мы быстренько зафармим. Так, что тут у нас? Блин, 100 надо. Ну, как видите, у меня пока нету свободных мешочков с золотом, к сожалению. Поэтому придется так бэриком это делать все. Сейчас мы их выкосим стрелами. Ничего себе, у него харгулы есть. Как ему классно. Наседна, конечно, крутая. Так, что у нас? 100 есть, тыковка есть, окей. Усовершенствовать, отлично, есть. А, как это работает, показываю вам, чтобы вы понимали. Так, тут можно пропустить. Точно так же, как и подземки, вы можете пропускать пришествие, пропуск. Ставите вот, допустим, тыковку и нажимаете. Пропустить снова. Вот тыковка у меня получает 1000 опыта, 3300. Как видите, она, соответственно, апается. Можно вот здесь увидеть, она уже 63 уровень. Так, у меня уже есть 49 монстр пропусков. Вот так вот, ребят. Ну, мы на этом не останавливаемся. Мы идем дальше. Получить. Окей. Поехали фармить волну Б. Для того, чтобы в дальнейшем там дальше тащить, вам нужно будет... Максимальные прокачки, определенные комбинации героев, расстановка, до этого мы еще все дойдем, пока мы фармим самые первые волны, поэтому тут, думаю, проблем у нас не должно быть. Хотя нас тут могут просто так ушатать, у нас отхила не особо много, видите. Ну, волна Б4, интересно, докуда сможет Сарделя дойти сегодня. Да, мне было бы воодушевление на тыковку, вообще было бы эпически. Волна Б, ребят, затащен. Затащили. Так. О, можно, кстати, кого-то дальше улучшить. Так, 20 самиков получили, отлично. Так, тыковку открыли. Такс. Тут надо 200, да? Ну, рановато, давайте. Ой, бога грома тоже надо 200. Ужас просто. Грабеж. Улучшаем рыцаря. А, так, поехали дальше. Пробуем следующую волну. Волна С.
посмотрим, насколько у нас сил хватит. Ну, тут уже 45-й, думаю, волна С это для нас потолок будет. Сейчас посмотрим. С1 затащили. В принципе, думаю, волну С должны фармануть. Если правильно все будет, С2. Так, отлично, фараон, блин, реально круто спасает. Три зафармили, ну сейчас будет, конечно, жестковато, но... Нет, ничего себе, С4, ну что, ребята, у нас все шансы на то, что мы даже зафармим следующую волну. Офигеть, С5, ну вот вам и седна, красавица просто. Так, ну что, поехали сразу же, да. В общем, волн очень много, в идеале надо проходить чем побольше, соответственно, вы сможете быстрее качать своих героев. Так, ну хорошо, хорошо, это отлично. Давай, 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 давай. Блин, фараон, я вам скажу, неплохо помогает. Д. Д4 уже. Фига себе. Все шансы на то, что мы затащим. Ничего, блин, 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 слили фару. Тут, конечно, будет сейчас сложновато нам. Ну, если тыковка даст немножко разгончик, ребятушки, D5, просто изи. Ну, поехали на Е уже тогда, чё. Был бы у нас стрелок, было бы это все намного быстрее и проще. Но, к сожалению, ну, тут уже нас шатают. Но Е1 прошли. Блин, круто. Отлично. Фара тащит, ребят. Качайте фару на волны. Смотрите, что он делает. Вообще бешеный, подседный. Хоть он у меня первого уровня, скилл прокачанный. Включается жестко, жестко. Е. Ну давай, давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, видите, разбили все-таки. Ну давайте еще. Давайте еще разок попробуем. Волна Е. Да, тут что-то нас шатают, шатают. Ну, это нет расстановки, как обычно, я люблю трешивать. Так, отлично, вот тыковка разгоняется, мне это нравится. Е3. Отлично, что все начинается с тыковки. Е4 сейчас будет у нас тыковки, у нас уже, к сожалению, нет. И сейчас, наверное, будет у нас печаль. Или не будет. Е4, ну, шансы есть. Если сейчас по очередности все включатся. Ой, красавица, седна. Ребята, Е5, офигеть. Мы дошли до волны F, ну давайте посмотрим, что там на волне F. Седна, в общем, тащит. Надо в седну тоже вливать ресурсы, ее качать. Потом постепенно. Блин, офигеть. Круто. Ей бы воодушка вообще была, не было бы цены ей. Она хоть мне отхил дает. Так, отлично. F. Вот тут уже пошли уровни выше моих, и все равно я их, ребят, шатаю. Офигеть. Вот вам и седнушка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Эти суккубы. Ладно. В общем, вот так вот, ребят, с волны А, Б, С, Д, Е до F мы дошли уже. Что могу вам сказать? Тут в этой локации играет роль прокачка героев, прокачка таблеток. Таблетки тоже желательно подкачивать. Так, разблокируется с достижением 7 уровня. Я вас понял. Значит, мы делаем вот так. Улучшить. Качаем на 7. Так, 1 час там у нас. Ну, давайте уменьшим. Так, добавился у нас какой-то бонус. Ставим улучшение, потому что магию мне надо будет для подземок качать. Так, 4 заклинания. Еще там какое-то у нас заклинание вот разблокировалось. Окей, спасибо. Я понял, что вы хотите. Так, пришествие монстра. Вот смотрите, дали еще дополнительные плюшечки.
4 звезды. Так, смените талант. Один раз используя самоцвет или предмет. Это мы будем потом делать. А, так, перейти. Давайте подземки что-то фармим. Не хватает войск для атаки. Вот так вот 13 минут подождать. Печально, печально. Так, что у нас тут? Сара мы получили. Следующее у нас откроется Колизей. Вот это, думаю, будет очень интересно. 8000 силы нам надо будет апнуть. Думаю, это будет для нас не проблема, так как у нас, в принципе, возможность это сделать есть. Так, квестик я уже добью. Лабиринт с 12 тысяч и королевская с 10. В общем, надо десятку апать 20к. А командные мы уже на мессу можем ходить смело на первую мессу. Ну, давайте создадим команду. Получим сейчас люлей. Интересно, кто-то на мессу ходит? Да, ходит. Так, Сарделя. Хорошие ники. Так, ну пробуем. Да, моих тут посливали сразу же. Ой-ой-ой, что тут делается? И мы затащили, ребятушки. Сарделя получил сундучок месса. Ну, а мессе я вам отдельно покажу видосик. Засниму это все, расскажу, что и как. Все, пишите комменты, подписывайтесь, пишите, что вы хотите увидеть. Будем дальше качать Сардель, у нас бездонатный аккаунт. Ждите новых видосов, знаю, их мало снимаю, чтобы не пропал интерес, потому что можно быстро все прокачать, и тогда будет неинтересно. Все, всем удачи, всем пока.